Trochę przedstaw daję. Салом и всем, друзья, с вами 2HP, и сегодня мы продолжаем проходить замечательную игру под названием Choice of Life Middle Ages, первая часть. И я так понимаю, мы сегодня заканчиваем и завершаем игру каким-то логичным концом. Не знаю пока каким, каким получится, таким и завершаем. Просто, ну типа, тут в игре у нас финал, и мы в принципе дошли куда хотели. Поэтому, да, если кто не смотрел предыдущие серии, то... А вот здесь будет подсказочка на какую-нибудь из них. И плейлист будет, собственно говоря, из трех серий состоять. Прям довольно-таки не длинная игра, но мне таки нравится. В длинные игры особо не поиграешь. Короче, погнали. Напомню, что во второй серии мы проникли в сокровищницу, где должны найти тело голоса, который нас оживил, потому что мы тупанули немножко в начале и умерли. Вот такой вот сценарий. Вы в центре небольшой круглой комнаты. Повсюду расставлены сундуки с золотом и драгоценностями, потому что мы в сокровищнице. В центре комнаты расположен алтарь с прозрачным сосудом, который мы, кстати... Который разбила женщина, которая нас родила. Идти в центр, осмотреться. 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 По краям комнаты расставлены стойки с драгоценным оружием и броней. Драгоценное оружие. Нифига себе. Вот это термин. Голос. Разбей сосуд. Верни мое тело, и твой долг будет исполнен. Что-то мне подсказывает, что тело его, это мое. Что-то вот до меня сейчас дошло. Но, ну ладно, в принципе, так будет справедливо. Он же дал мне хотя бы какое-то время пожить второй раз. Он бы мог этого не делать, я не знаю. Не разбивать, разбить сосуд, не разбивать, я не знаю. Я не знаю. Давайте не будем разбивать. Давайте не будем разбивать. Сосуд лопнул в ваших руках. Вы весь в крови. Над осколками сгущается фиолетовый туман. И из вашей груди вырвалась материя того же цвета и объединилась с содержимым сосуда. Перед вами закружился вихрь. Наблюдать. Вихрь обрел форму человека, и потом появились крылья и рога. О, я, кажется, понял, кто меня оживил. Внезапно. Голос. Как приятно снова иметь свое тело. Спасибо. Для полного счастья осталось совсем чуть-чуть. Вернуть свою силу, переодеться и уничтожить королевство. Ты со мной, смертный? Ты демон? Ого, прикольный. Как они его нарисовали? Какой-то прям тошит. Кот, демон, я не знаю. Демон. А ты смертный. Ну, типа он сказал, ты что, демон? Демон сказал, а ты смертный. И что? Каждый твой выбор вел тебя сюда. Тебе остается лишь повиноваться и идти со мной до конца. Я что-то не понял, а если бы я разбил сосуд? Он бы типа тоже вырвал? Я же не разбил сосуд. Я же не разбил сосуд, я же выбрал, по крайней мере, хотел правый вариант. Так, повиноваться, дамы повелитель, нет, у меня есть выбор. Бах. А что мне подсказывает? Я просто сейчас уже, знаете, что я пытаюсь? Я сейчас пытаюсь немножко оттянуть конец игры, потому что мне подсказывает, что здесь не хватит еще на 25 минут. Но давайте не будем повиноваться и скажем... Так, дерзко демону, что у меня выбор как бы есть. Выбор лишь иллюзия. Все пути предопределены. А в сокровищницу убегает король. Убить короля не трогать. Тихо, не трогать. Может, король. Может, он сейчас... Может, сейчас мне поможет. Демон хватает украшенный меч со стойки и пронзает короля. Все приходится делать самому. Ты помог мне вернуть тело. Награду ты проживешь еще несколько дней. Но не вздумай вставать у меня на пути. На это демон сбежал. На этом демон сбежал. Преследовать демона королю преследовать. Смысла нету, в принципе, демона преследовать. А давайте хотя бы попробуем королю помочь, я не знаю. Король. Я не успел. Это были его последние слова. Вскоре в сокровищницу ворвалась стража. Короче, в сокровищнице короля был этот сосуд. Он типа содержал дьявола, демона.
То есть король знал, и поэтому он ринулся и попытался его убить, но не успел. И пришла стража. Стража пытается вас арестовать. Да, окей, окей, я в принципе сопротивляться вообще смысла нет. Действительно, шансов убежать мало. Спасибо, если только мне демон не дал каких-то сверхспособностей. Вас схватили и бросили в тюрьму. Так, ну, тупо, конечно, думать о жизни. Надо что-то делать. Про эту решетку. Вы ощупали петли, но надзиратель счел это за попытку сбежать и наказал вас. Спасибо, что без подробностей, как он там меня наказывал. Типа, либо дубинкой по пальцам он мне дал. Вашу камеру посещает принц и требует рассказать все, как произошло. Так, это, короче, сын короля пришел и требует рассказать, как все произошло. А я, в принципе, ничего такого, ну, типа, криминального не делал. Так что рассказываем. Вы рассказали свою историю от рождения до этого момента. Все три серии прохождения игры я рассказал. Принц. Достаточно. Ты действительно думаешь, что я поверю в эти сказки? Пора заканчивать церемониться с тобой. Принять судьбу. Вас повели к виселице за городом. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вас ведут через город. Вы видите, как полыхает скрипторий и слышите крики. Над вашей головой взошла кровавая луна. Что такое скрипторий? Напишите мне, почему я каждую серию узнаю какое-то новое слово для себя, и причем на некоторых даже и не одно. Так, подслушать стражников, меня ведут, и спросить, что случилось. Короче, не буду, не надо со стражником разговаривать, это не есть хорошо. Стражник, слышали? Все только говорят, что пророчество исполнилось. Судная ночь, а, ну да, там же этот сбежал. Я что-то, кстати, забываю смотреть на задний фон. У нас же демон орудует в городе. Вас привели к виселице. Палач накинул петлю на шею, а принц со стражей наблюдают за происшедшим. Похоже, вашему приключению подошел конец. Последнее слово. Ну давай, что-нибудь придумаем. Вы решаете сказать что-то? Вы решили произнести последнее слово. Обругать принца. Плакать. Ух ты. Ты вот это прям серьезно. Я даже не знаю. Я не знаю, плакать. Я плакать буду. Я буду плакать. Вы заревели и стали поносить судьбу. Люк под вашими ногами открылся, но вместо падения вы подлетели вперед, и петля на вашей шее оборвалась. Обернуться. Стража обнажила мечи и направила внимание на лес. Среди деревьев возникло свечение. Вашей спасительницей оказалась лесная колдунья. Вот это поворот! Так, лесная... А если бы я обругал принца? То же самое, наверное, бы было. Лесная колдунья. Короля убил демон. Заключенный был лишь инструментом в его руках. Сейчас демон — главная угроза твоему королевству, принц. Так, это они там... Это волшебница разговаривает с принцем, а мне, короче, надо... Либо стоять, не рыпаться, либо бежать. Если я побегу, то за мной рефлекторно побегут стражи, поэтому я стою, не рыпаюсь. Вы чудом избежали смерти и могли только завороженно наблюдать за происходящим. Отлично. Принц созвал срочный совет в ближайшем доме. А на совете собрались вы, колдуньи и командир гарнизонов. Принц требует вас рассказать свою историю еще раз. Давай еще раз расскажу, даже выбора нету. Вы рассказали, как слышали голос, который обманом заманил вас в сокровищницу короля. Но это правда, лесная колдунья. Все сходится. Это демон из пророчества. Когда-то давно его разум поселился в тебе. И сейчас он обрел тело. А, то есть, когда моя матушка разбила сосуд... И типа, там же было, она разбила сосуд, и родились вы. Вот так вот это случилось. То есть, он обрел тело. Для своей финальной формы ему не хватало обрести лишь свою силу. Нужно убить демона, что делать? Ну, давайте я буду решительным, я скажу, надо убить демона. Все собравшиеся согласились с этой мыслью. Хорошо. А, так это принц? Так это принц? Короче, к служанке приставал принц, я узнал его, этот принц-божий одуванчик.
Все говорит о том, что правда на твоей стороне, ты свободен. Но я прошу тебя помочь отыскать демона и справиться с ним. Да ладно, давай. Давай мне меч, который я тебе выковал. Вам вернули одежду и дали оружие. Это хорошо. Вместе с принцем и колдуньей вы обыскали город вдоль и поперек, однако осталось еще одно место. Заколоченный чумной дом, в котором мы ночевали. Смотри, чертики здесь, какие-то призраки. Рептилоиды внезапно. Колдунья провела магическую проверку внутри дома. Вскоре в полу открылся потаенный проход. Вас поджидала засада бесов, прислужников демона. В пылу битвы вы заметили, что принца окружили и ему грозила смерть. Убить принца? Спасти принца? Убить принца? Зачем? Спасти, конечно. Вы спасли принца от неминуемой гибели. Его отношение к вам улучшилось. Нет, оно просто так мигнуло, хорошо. Бой продолжался, пока бесы не сбавили натиск и не разбежались. Демона среди убитых не оказалось. Так, ну думаю, стоит обыскать логово, может что-нибудь. Нет! Нет, вы наткнулись на магическую ловушку, твою мать! Вы еще можете изменить свою судьбу королевства. Изменить судьбу королевства. Вы в центре небольшой круглой комнаты. Повсюду расставлены сундуки с золотом и драгоценностями. В центре комнаты расположен алтарь с прозрачным сосудом. Не понял? Не понял? Меня же только что убили. Идти в центр. Вы направляетесь в центр комнаты. Похоже, это главное сокровище здесь. Голос, разбей сосуд, верни мое тело. Так, нет, подожди. Ну ладно, ладно. Не, подожди, я что-то ничего не понял. Меня же только что убили. Нет, подожди. Я наткнулся на магическую ловушку, и херась, я опять, короче, в середине, в центре сокровищницы. Разбить сосуд. Голос говорит, верни тело, разбить сосуд, разбиваем. Вы разбили сосуд об каменный пол сокровищницы. Наблюдать. Над осколками сгущается фиолетовый, это вот закружился вихрь. Форму человека это демон. Ты демон, хорошо. А ты смертный. Да, повелитель. Демон прелестный, сейчас здесь будет король, убей его и докажи свою преданность. Давай. В сокровище убегает король. Все, началось, короче, повествование дальше. Там просто повтор был. В сокровищницу вбегает король. Убить короля. Титул получен, убийца короля. Демон королевства обезглавлен. Уходим отсюда. Чего демон королевства? Я что-то не так прочитал. Вы взбежали по лестнице обратно в замок и вышли в покое короля. На вашем пути встала пара стражников. Демон, давай разберись там. Демон ловко отсек головы удивленным стражникам. Отлично. Демон, король вернулся. А значит, в замке теперь полно стражи. Без моей силы вам не выбраться. Переодеться в стражу? Что? Подожди. Король вернулся, а значит, в замке теперь полно стражи. Без моей силы нам не выбраться. Без моей силы прорваться. Переодеться в стражу зачем-то, не знаю. С рогами демона пришлось повозиться, но теперь вас не очистить. Я и демон переоделись в стражника. Все, я понял. Я что-то про демона не подумал. Пройдя через темные коридоры, вы выбрались из замка. Стража стояла на стенах и смотрела на кровавую луну. Наступила судная ночь. Куда теперь, дружбан? Этот город стоит уже сотни лет. Здесь должна остаться моя прежняя обитель. Вы добрались до заколоченного дома и пролезли внутрь. Демон начертил магические символы на полу, и через мгновение там возникла зияющая дыра. Зияющая. Не сияющая, зияющая. Еще одно в копилочку слово, конечно, да. Погнали. Вы оказались в просторном подземном помещении. Хорошо. Демон, добро пожаловать в мою обитель. Здесь мы подготовимся к решающей битве за королевство. А зачем уничтожать королевство? Давным-давно отец прогнал меня с небес на землю. Теперь я хочу вновь обратить на себя внимание. Демон.
Это то же самое. А какой план? Хорошо, я понял. Какие у тебя мотивы? У меня есть тело, но пока я слаб. Моя сила заключена в третьем сосуде. И ты можешь мне его найти. Ты поможешь. Ты тоже слаб. Всего лишь смертный. Но это можно исправить. Мои волшебные фолианты наделят тебя достаточной силой, чтобы стать полезным. Что-то мне подсказывает, что это не последняя серия. Тут так все как-то развивается прям... активно. Так, короче, можно выбрать пиромантию, можно выбрать некромантию. Здесь просто, ну, настолько очевидный вариант. Настолько очевидный вариант. Прям некромантия One Love. Выучен навык некромантия. Вы решили изучить искусство управления мертвыми? На книге красовалось три буквы МДА. Или, ну да, МДА. Не знаю, что это такое, это какая-то аббревиатура английская. Это, наверное, Dead, это что-то там. Murder Dead. Эквилибристиком. ХЗ. Фолиант воняет мертвечиной. Вы открыли его и стали пропитываться волшебной силой. Даже читать ничего не нужно. Вот так бы с учебниками, конечно. Листать дальше. Вы потеряли счет времени. Но вскоре вас окликнул демон. Достаточно. Ты готов к следующему заданию. Раздобудь мне книгу. Победа добра. Третий том. Захоронение. Там сказано, где спрятан сосуд. С моей силой. Отправляться в скрипт... Вот что такое скрипторий. Короче, скрипторий — это церковь. Я правильно понял? Там полыхал скрипторий. В прошлой, по-моему, серии. Я просто не совсем понял. Что или в этой серии сполыхал, видишь, что уже запутался, честно говоря. Так, отправиться в замок. А где он? Где книга? Нужно в библиотеку. В библиотеку. Наверное, ну в замке вообще библиотека. Я не знаю, поперлись в скриптории, не знаю. Книга должна быть в скриптории, подумали вы. Вы стоите перед входом в скрипторий. Слева от него есть небольшое кладбище. Использовать магию. Да. Вы прочитали заклинание над старыми могилами. Через мгновение землю начали взрывать мертвецы. Взрывать. Разрывать мертвецы. Под вашим контролем толпа оживших мертвецов. Они медленно кряхтят и дурно пахнут. Атаковать главный ход, штурмовать окна. Штурмовать окна. Это более по-зомбически, нежели просто ломиться в дверь. Мертвецы полезли в окна и одолели стражу благодаря неожиданности. Короче, скрипторий. Неожиданности. Это не просто церковь. Это церковь при замке. Я правильно понял? Вы внутри скриптория. Искать книгу. Вы ничего не нашли и вдобавок наткнулись на пару выживших монахов. Монахи побили некроманта. Отлично. Допросить выживших. Ну-ка, давай спросим. Предмет получен. Победа добра. Том 3. Захоронение. Вы нашли живого монаха. Он долго сопротивлялся, но магия развязала ему язык. Книга у вас. Отлично, какой я красавчик вообще. Вы чувствуете чудовищный зуд. Ваши руки и ноги покрылись волдырями. Ай, ну давай пока терпим. Не надо чесать, ковырять, ничего. Вы страдаете. И ваша походка выглядит... странно, мне кажется, я в зомбика превращаюсь. Вы вернулись к обители и увидели, как отряд во главе с принцем ведет бой с демоном. А напасть на принца, раз я уже выбрал плохую сторону, why not? Вы направили несколько оживших мертвецов на отряд принца. Это отвлекло его внимание. В отряде принца замешательство. Вы с демоном решаете скрыться. Сбежать через каналы. Вы сбежали через каналы и не встретили препятствия. Это хорошо. Вы в лесу около городской стены. Скоро здесь будет гвардия. Так, все, мы с демоном, короче. Не надо никакой отпор давать. Вы бежите дальше к городу. Отлично. Вы достигли деревни, но крестьяне схватили топоры и вилы. Они не хотят пускать вас в деревню. Договориться. Парламент. Вы наобещали крестьянам новую жизнь и процветание, а сладкие речи демоны смогли окончательно склонить крестьян на вашу сторону.
Вы обосновались в старом трактиве. Демон изучает третий том борьбы добра со злом. Борьба со злом. Найти трактирщика, наблюдать за демоном, найти. О, что-то интересно, какой-то вариант. Ну-ка, пнем трактирщика. Вы нашли испуганного трактирщика и сказали подать его лучшее вино и дичь. А, ну короче, покушали, я понял. Прочитав книгу вдоль и поперек и ничего не обнаружив, демон кладет руку на последние страницы. Вскоре на них возникают невидимые слова. Смотрим. Один сосуд в тверди земной, второй у короля, а третий у лесной хозяйки. Соглядатый демона сообщает, что в деревню вошел гвардейский отряд. Слушай, ну все вроде, демон же теперь сильный, давай не будем убегать. Стрела прилетела вам в глаз, но вы все еще смертный. Отлично. Вы слышите собственный голос? Предай его, завладей силой. Дать себе леща. Прислушаться. Хорошо. Завладей силой. А каким образом я завладею силой? Вы направились в гущу леса. Через полчаса вы наткнулись на лагерь бандитов. Они вооружены и настроены решительно. Так, подожди, у меня фолиант. Я некромант. Я все еще некромант. Бандиты бились отчаянно. Бляха-муха. Блуждая по лесу, вы потеряли счет времени. Внезапно демон почуял энергию впереди. Идти вперед. Сатиры устроили вам засаду. Я так и знал, что не нужно идти вперед. Извиняюсь, у меня уже голос аж осип. Очень как-то я странно разговариваю. И когда я так разговариваю, на связком очень тяжело. Короче, ваш путь еще не закончен. То есть, если я жмакну... Ага, и опять с этого же момента, и уже можно какую-то еще выбрать цепочечку развития событий. Вот тут корабль есть, который, правда, нельзя проникнуть, в который... ну да ладно. Короче, посмотрим. Я, может быть, еще сейчас поиграю, посмотрю, имеет ли смысл еще проходить какие-то ветки. Наверное, да, потому что я не все. Хотя я вроде и за принца сейчас поиграл, и за демона сейчас поиграл. Так, вот я, короче, опять оказался в лесу, на лагерь бандитов. Я тогда на них напал. Давайте попробуем с бандитами договориться. Хотя странно, почему я же некромант, я не понимаю. Вы представились противником короля и объединились с бандитами. Вот, хорошо. Блуждая по лесу, вы потеряли счет времени. Внезапно демон почуял энергию впереди. Меня убили сатиры. Я, кстати, с тремя сердечками, потому что я там пару раз понял, что не нужно делать лишних движений. Осмотреться. Впереди мелькнул лесной алтарь. Вы обошли его и смогли без труда разделаться с сатирами. Ага! Впереди влестят ворота алтаря. Его охраняет лесная колдунья с большим отрядом сатиров. Предстоит битва! Давай, юзаем магию. Неповоротливые мертвецы пошли вперед и послужили вам живым, точнее мертвым, щитом. После долгого боя отряд сатиров был разбит, а магия колдунья стала слабеть. Вскоре демон смог ее ранить. Добить колдунью? Достать сосуд. Добить колдунью. Достать сосуд. Не знаю зачем. В центре алтаря был сосуд силы, и вы схватили его. Вы чувствуете, как энергия пульсирует в ваших руках. Отдать сосуд демону, разбить сосуд. Вы разбили сосуд силы, и ваши глаза застелило пеленой. Вы оказались в лимбе. Впереди вы видите искрящуюся сферу и зеркало. Подойти. Вы увидели в зеркале свое злое отражение. Возьми эту силу. Достаточно прислуживать демону. Пора стать здесь главным. Взять сферу. Вы сжали сферу и пропитались силой. Вы вернулись из лимба в настоящий момент. В руках пульсирует небывалая мощь. И мысли переполняет жажда разрушения. Подняться. Вы поднялись с земли и вдвое прибавились в росте. Демон в ярости нападает на вас. Обездвижить вообще без проблем.
Одним ударом вы нанесли демону серьезные травмы, теперь он подчиняется вам, как скулящий пес. Вы чувствуете, как вас сжигает животная ярость. Вы даже не можете вспомнить, кем были до этого. Теперь у вас остался один противник. Жители королевства. Напасть на королевство. Жители королевства не пережили эту ночь. Очень жаль. Так. Вы в разрушенном и оскверненном замке спустя неделю после осады. Теперь этот замок, как и все королевство, принадлежит вам. Короче, я так понимаю, это еще не все. Хотя вот я тут в финале нахожусь уже третью серию. Не знаю, сколько это еще будет продолжаться. Я скинул опять свой прогресс на этот момент. Сосуда с прозрачным. Ой, короче, ладно. Вот такая вот игра. Я надеюсь, вам понравилось. Я сейчас еще потыкаю, и если будет какой-то вариант записать четвертую серию, хотя я надеялся, что и рассчитывал, что это будет последняя серия, то запишу еще одну. Если нет, то тогда нет. А на этом пока сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится, и до встречи в следующих видосах. Счастливо!